15 лет исполнилось со дня Великой битвы под Москвой. В Центральном доме Советской армии встретились бывшие офицеры легендарной Панфиловской дивизии. Павел Николаевич Кузнецов, Александр Фомич Галушко, Зиновий Самойлович Шехтман, генерал-майор Лобачев. Навеки памятен подвиг панфиловцев, героически сражавшихся на ближних подступах к Москве. В те дни операторы кинохроники, среди которых был и Анатолий Крылов, снимали эти исторические кадры. Вот какой была Москва в грозное суровое время 1941 года. В первых числах декабря, по плану, разработанному командованием Западного фронта во главе с генералом армии Жуковым и членом военного совета фронта Булганином, началось решительное контрнаступление на немецко-фашистские войска. Битва под Москвой стала началом великих побед советской армии над немецко-фашистскими захватчиками.